То, что подписи соберут, мы уже предчувствовали, и поэтому заранее обратились к градоначальнику столицы Нилу Ушакову с просьбой прокомментировать, что же будет в таком случае. По закону самоуправление имеет право назначать скидки жителям, задекларированным жителям своего самоуправления. Это неотъемлемое право каждого самоуправления. И в этой ситуации, опять же, Сейм не может принять решение, которое бы ограничивало законные права самоуправления. В ближайшие дни авторы инициативы об отмене дифференцирования стоимости проезда в рижском общественном транспорте обратятся с письмом в Сейм, где, согласно закону, инициативу должны рассмотреть в комиссии по запросам, где решат, что с ней делать дальше – отдавать на общее голосование или же нет.